сообщить колонию не ДСП, даже как войну и мир они могут признать. Понимаете, получается какая штука, что я должен соблюдать какие-то правила, для меня секретные, утвержденные в СССР в 83-м году. Ну, это абсурдно, и о котором я не могу даже знать. Это как минимум странно, поэтому я бы все-таки просил суд затребовать колонию доказательства того, что этот документ является документом ДСП или ограниченным использованием, собственно... Соответственно, в 83-м году... Я не понимаю, как они ходят в сборник. То есть, когда кто поставил гриф ДСП,